Вопрос россиянам. Что и кому нужно убирать, чтобы получать в России 72 тысячи рублей? Это вахтой, что ли, ездить, убираться? Расскажите, пожалуйста, секрет. Учителя в Магнитогорске получают гораздо меньше. Молодой учитель получает около 20 тысяч рублей в Магнитогорске. Разнорабочий на ММК 35 тысяч рублей. А уборщица работает у вас как два разнорабочих на ММК, верно? Ну, я не верю, сразу скажу, зарплату уборщицы 72 тысячи рублей. Не, ну, понятное дело, что где-нибудь на Рублевке 100% такое есть. Но это не средняя цифра по всей России. Потому что я иначе могу сказать, что я живу в Нью-Йорке, значит, все люди в мире живут в Нью-Йорке. Да? Интересные детали. Расскажите секрет, если это не секрет. Где надо работать, чтобы 72 тысячи рублей получать? Что нужно делать? Вот прям реально интересно. У вас люди захотят услышать. Серьезно. Я не верю.